Уже завтра Великобритания может начать выход из Евросоюза. Ожидается, что сегодня Палата общин одобрит документ без поправок, внесенных ранее в Палате лордов. В случае положительного решения правительство немедленно запустит процедуру Brexit. А премьер-министр Тереза Мэй сможет официально сообщить партнерам из ЕС, что она в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора готова начать двухлетние переговоры. И сегодня первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила, что на следующей неделе направит запрос в парламент о проведении референдума о независимости Шотландии от Соединенного Королевства. Новое всенародное голосование должно пройти с осени 2018 по весну 2019, то есть до окончания процесса выхода Великобритании из ЕС.